Всем привет! Очередная бандероль с Китая стоимостью 4 доллара 99 центов. Как видим, уже покоцанная. Но я не думаю, что она вскрывалась. Видимо, где-то на почте или у нас в Украине, или на почте Китая. Халявно отнеслись к этому всему. Ну, в принципе, китайцу надо было запаковать ее как-то более надежнее. Это у нас, ребята, штатив. Не штатив, а такой держатель для телефона. Вот так. Тут пусто. Можно было хотя бы в пузырчатую пленку положить его, что ли. Вот такая вот жесткая у нас штукенция. Такая вот прищепка. Тоже тугая такая. Получается две прищепки. Вот так вставляется. И, судя по всему, закручивается. Нет, что-то не то. Так, я его не плотно вставил просто. Не до конца вставил. И вот гаечкой такой пластмассовой зажимаем это все дело. Здесь вставляем, что мы там хотим вставить. И, в общем, вот такой вот держатель для чего угодно, в принципе. Стоимость 4,99, шло довольно-таки долго, около 30 дней. В принципе, качество меня устраивает. Здесь такое жесткое, что если подвесить сюда телефон, то он вряд ли от тяжести упадет. Заказом, в принципе, доволен. Кого интересует такая штука, как она там, держатель для телефона, или штатив, или еще как-то она называется, в принципе, заказывать можно. Ссылка на продавца будет в описании. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Спасибо.